А сейчас я хочу показать, как собаке нравится трансфер фактор классик. То есть я достаю капсулу, открываю обязательно упаковку, потому что данная упаковка, она ни к чему. То есть я вскрываю данную капсулу и высыпаю все, чтобы порошочек не терять, руку на порошок. И потом даю все это собаке сидеть. Вот собачке очень и очень нравится трансфер фактор. Всем огромное спасибо.